Вы наоборот так ходите назад. И у него все то же самое. Здесь вторая рука тоже работает. Уход с линии. Снизу подхватываете, второй, когда вы сверху, когда вот здесь вы стоите, второй, есть возможность перемещения. Что этот захват раз. Направление в моем пространстве, если я вот так пойду, он просто разорвет захват. Движение мне нужно, чтобы он опустил через локтевой изгиб свой центр, а я еще могу его здесь удержать. И вот отсюда я его расставлю. Раз. Именно с... Мне надо ее к себе. Видно, что вы так же двигаетесь. То есть у нас несколько эшелонов с вами. Если я буду все время тренироваться на красивое падение, без включения, для чего мне это нужно, храни. Вы внизу можете работать именно по перенесли цел. Перенесли. Вы тоже растянули своего парня, чтобы он был неустойчив. Поэтому падением все не заканчивается.